Всем привет, меня зовут Максим. Сейчас проведем опыт. У нас есть вот такая вот веревочка. Есть турмалин. И посмотрим, притягивает он или нет. Вот, берем для начала турмалин, кусочек. Притягивает. Теперь берем бусы турмалиновые. Аккуратненько подносим. Притягивает. И бусы притягивают. Возьмем кусочек янтаря. Ох, как хорошо притягивает. Возьмем тигровый глаз. И он притягивает. Давайте тогда возьмем кусочек агата. И он притягивает. Значит, не только турмалин обладает такими свойствами уникальными. И янтарь. И тигровый, и, в принципе, большинство камней. А дело в том, что люди путают обычное статическое электричество с пьезоэффектом в турмалине. Это когда турмалин нагревают, или трут, или сдавливают, и у него появляется с двух сторон ток. Вот. И с обычным статическим электричеством, которое есть у всех камней и у всех материалов, практически у всех. Вот. Поэтому притягивать будут практически все, а вот такие вот необычные свойства, которые используются в электронике, есть у турмалина и еще у некоторых там камней. Вот. Давайте я вам расскажу, как это все делалось и получилось. Вот то, что я сейчас показывал, это был статический эффект. То бишь, когда трешь, знаете, да, там расческой пришлись по волосам, и волосы все торчат в дыбом. Вот это идет статика. То бишь, они или притягиваются, или отталкиваются, в зависимости от зарядов. У турмалина все намного интереснее. Вот. У турмалина есть пиро и пьезоэффект. Пиро — это когда нажимаешь, ну, зажигалкой подпаливаешь, он камень греется, и за счет температуры у него появляется электрический заряд. Вообще уникальное свойство. Вот. И второе, это когда пьезоэффект, как в зажигалках, если знаете, камень сдавливаешь, крутишь, ломаешь. Вот. И появляется тоже с двух сторон отрицательный, положительный заряд. Ну, понятно, что это используется, это все уже давно используется, все работает, это в электронике. Только там не такие камни, булыжники, там маленькие пластинки, в полмиллиметра. Эту пластиночку, когда там в датчике каком-то, или сгибается она, или нагревается, появляется электрический эффект, и по сети идет, и мы там видим, что оно работает. Вот. То здесь, конечно, булыжник ты его не согнешь, не сдавишь. Понятно, что это все немножко по-другому. Ну, тут, как бы, считается, чем больше, тем лучше. Если для нас, для тех, кто носит просто камни. Все, всем спасибо, ставьте лайки, буду благодарен, подписывайтесь и ставьте комментарии.